Всех приветствую, всем рад. С вами Ульки, и мы начинаем. Начинаем проходить дальше. Уровень бассейн. И, честно говоря, я довольно рад, что мы выбрались из этой ночной клоаки. Собственно. Ну, зомбаки лайтовые, как всегда, поэтому набираем солнце, набираем кувшинок. Это по-любому, это 100%. Двойной горох это, и нам нужно что-нибудь еще. А что-нибудь еще, я даже не знаю, пускай будет замораживатель. Вперед. А, солнце неудобно поставил. Ну да черт с ними. Перетерпим, так сказать. На этой локации я также ставлю в 3 ряда солнце, но немножко по другому принципу. Собственно, вы сейчас сможете это увидеть. Но пока что разгоняемся. Стандартно. Да, как-то они долговато откатываются, эти солнышки. Так, он идет. Ну, пускай идет. Как идет, так не дойдет. Этим прекрасным вкусом. Так, выставляем еще одну кувшинку. И, пожалуй. Нам нужно понять, где пойдет следующий зомби. Ладно, поставим тут пока. В принципе, у нас уже, да, много солнца, поэтому можно выставлять. Можно, пожалуй, выставлять уже оборону из гороха. А ты держи еще один картофель. Так, уйди. Не тебя выбрать хотел. Тем временем. Можно поставить сюда кувшинку, чисто по приколу. По факту они уже больше не нужны, но пускай будет. Наша основная задача теперь – это выставление горохострелов на данный момент. Как-то мало солнца идет. Дайте мне больше. Угу. Как-то довольно неприятно выскочил, поэтому держи вишенку. Насладись ей. Я думаю, тебе понравится. Так. Ну на. Собственно, на этом мы заканчиваем уровень. Они погибают. Мы забираем с них монетки. Давай свою монетку. И кабачок. Можно, кстати, вместо вишни брать. Почему бы и нет. Продолжаем. Следующая награда наша будет тройной горохострел. Честно говоря, я им редко пользуюсь. Просто из-за того, что для меня он как-то не очень популярен. Возьмем вишню еще, на всякий случай. Хотя, допустим, в том же выживании этот тройной горохострел будет весьма полезен. Можно сократить количество обычного гороха. Поставим сюда тебя. Так, еще один смертник. Держи картофель, мне не жалко. Все, осталось последнее солнце поставить. Ну, к слову. Можно, наверное, на воду поставить. Горохострел пускай. Там тоже будет. Все, оборона готова. Еще было бы побольше мини-игр. В обычном режиме. Было бы интересно. Более интересней. Потому что вот... Сюжет, конечно, вот это вот интересно, но каждый раз заставлять вот это все, ну, такое себе. Поэтому вот реально добавили бы просто больше мини-игр, больше их разнообразия. Допустим, каждый третий уровень. Получается, тут мини-игры каждый пятый уровень, а сделали бы каждый третий уровень. Было бы намного интересней. Давайте, финальная волна, я готов. У меня уже все откатилось давно. Сразу ведроносца снесу. А, там еще и этот. Ну на. Насладись свежестью кабачков. Так, тут сразу два ведроносца, поэтому сделаем, пожалуй, так. Прекрасно. Вот этих я брать не буду, потому что, как я и сказал, они хороши только в режиме выживания. А в режим выживания мы пойдем еще не скоро. А просто так их собирать, ну такое, мне не особо нравится. Тем временем у нас появляются водолазы. Водолазы... Скоты. Они очень неприятные противники в плане того, что... Их никак не цепляет. Их, короче, ничто не цепляет до тех пор, пока они не выглянут из воды. А чтобы они выглянули из воды, нам нужно ставить орех, либо какое-либо другое растение. Но лучше ставить орех, потому что пока они будут его жрать, будут получать в лицо горохом.
Я немножко задумался и забыл, что у меня внизу еще нету грохострела. А у меня там два зомбака шли. Сейчас бы покушали цветочков. Короче, вы сейчас не видите. Короче, вы сейчас видите начало и конец уровня только потому, что я сидел и рассуждал минут 20 о Резиденте Ивиле, 8, 7 и прочих частях серии. Но это было настолько унылое рассуждение и вообще в принципе, поэтому я решил это к чертям вырезать, и вы это никогда не увидите. Поэтому наслаждайтесь концом уровня. Собственно, у нас подходит уже финальная волна. И все. Поставим ему вишню. Осталось только водолаза завалить. И готово. Все, получаем кикимору болотную. В данном случае бассейнную. Четвертый уровень. К слову, сейчас дельфины должны появиться, да? Нет, дельфинов нету. Ну, раз дельфинов нету, тогда собираем стандартный набор. Я даже не вижу смысла брать этих. Кикимор. Они хоть и дешманские, но... Но я не вижу смысла их брать. К черту, короче. Пойдем стандартным набором. Но чтобы не томить вас снова тысячной расстановкой одного и того же. Так, все, последний подсолнух, но, скорее всего, это будет не последний, потому что я хочу еще на воду. Еще хочу на воду две штуки поставить. Просто потому что я могу. Ну и просто потому, что у нас на воде еще никого нету. Поэтому пускай будут. Тем временем у нас уже низ атакуют, но пускай атакуют, к черту их всех. Все, уже первая волна подходит, но до первой волны еще, поверьте, будет далеко. Так, вот, по воде пошел. Хорошо. Кстати, у нас же. У нас вроде как водолазы тут есть. Я что-то забыл. Да, водолазы, по-моему, есть, поэтому нужно, пожалуй, выставлять орех в воду. Иначе будет полная жопа. У нас еще и низ не заставлен. Так, раз, два, три. Сюда поставлю. А вот, собственно, и низ. Здравствуй, орешек. Вставай на место. Что? Теперь просто выставляем. Что мы выставляем? Вот это вот все выставляем. Орех-то еще не откатился. Ладно. Думаю, эту волну мы переживем. Как-нибудь. Почему у меня на воде стоят газонокосилки? Хотя в оригинале они тоже стоят до тех пор, пока мы не купим эти. Как называют? Очистители для бассейна. А, черт с ним, пускай стоят, не мешаются. Давайте уже последнюю волну и пойдем дальше. Слишком долго. Удивите меня. Если не удивите, я вас подорву. Так, тут не удивили. Тут тоже не особо удивили. А, к черту. Добивайте этих любителей поплавать. Даже знаете, как можно сделать вот так вот? Что это за кусок бекона? Действительно, что это за кусок бекона? Я никогда не видел. Вот серьезно, это какая-то странная хрень. Нам, кстати, предлагают купить вот, соответственно, чиселку для бассейна. Покупаем по-любому. Также предлагают взять грабли, к черту их. Предлагают взять цветы за 5 косых. И пулеметный, как его зовут, забыл. Грохострел. В принципе, черт с ним, нам это ничего не нужно. Пятый уровень у нас должна быть мини-игра. Да, поехали. О, это мини-зомби. Мини-зомби плюс мини-игра. Нас, кстати, уже атакуют. Приберегу пока орех, потому что толку от него сейчас нету. Они его быстро сожрут. Вот эти зомби, они хоть и маленькие, но жрут они прям очень быстро. Вишню тоже, пожалуй, пока оставлю. Опять орех, дайте мне защиту какую-нибудь. Я не знаю, давай вниз поставим. Хотя нужно было наверх ставить. Ну да к черту. К слову. Сюда можно уже орех поставить. Фу, не орех, а этот. Орех, правильно.
Что-то я совсем загрузился уже. Держите. У вас стало слишком много. У нас уже на воде они плывут. Великолепно. Защиты никакой, зато зомбаков до хера. Обожаю. Ай, рано поставил. Ну да ладно, с этим уже ничего не поделать. Ладно, на воде пока не страшно. Там один плывет, он еще будет очень долго плыть. Дайте мне больше горохов, хотя бы одну эту закрыть, одну линию. Просто изверги. Давайте, пожалуй, надо уже орехи спускать. Вот он прорвался, гнида. Так, хорошо. Да-да. Все, спасибо. Хотя бы одну линию дали завершить. Пожалуй, я буду выставлять второй ряд на суше сначала. Потому что тут эти бегают, регбисты. А их очень-очень долго неприятно бить. Поэтому пускай они тут остаются. А потом уже воду будем вставлять. Если уж понадобится. В воде пока что там одни справятся. Угу. Я вспомнил, как этот режим называется. Быстрый маленький зомби. Так, ну давайте на воду уже ставить, потому что вода тоже начинает страдать. Все начинает страдать. Держи вишенку. Когда вы успели сожрать? Я как-то пропустил момент, когда у меня сожрали на воде это все. Вот опять сожрали. Вы изверги. Ну, нифига, мне это вообще не нравится. Просто серьезно, я даже как-то не заметил. Вроде на воде стояли, прям хоп, в один момент их просто не стало. Когда успели? Угу. Добежишь? Как думаешь? Не добежал, твои мечты рухнули. Полакомиться свежей плотью растений. Последняя волна, кстати. От тупых сейчас вишню сорвем и все. Сейчас нам церемонится. Держи. Держи. Вы тоже там держите. И тем временем мы получаем перчик. И начинается очень... Точнее, не то, что начинается. Открываются очень неприятные моменты. Это вот эти вот твари, которые замораживают нам полностью пол. Но дальше мы уже играть не будем, и, собственно, дальше будем продолжать в следующей серии. На этом я с вами прощаюсь. Всем до встречи, всем пока.